В социальных сетях фотографии, а позже и видео явления появились поздним вечером. Сперва это было похоже на чей-то розыгрыш, но когда количество публикаций за несколько минут выросло в 2-3 раза, пользователи начали задумываться, что именно происходит. Бесконечное множество ответов про самолет, метеорит, квадрокоптер с подсветкой и даже конец света. Кто-то паникует в комментариях, кто-то смеется, а кто-то говорит о заговоре властей не разглашать тайну, что это НЛО. А, а что это такое может быть? Нет, он двигается, но он как-то очень медленно двигается. Да. Кто-то успел увидеть только вспышку, другие, как нечто в небе, медленно движется. А третьи четко разглядели облако, закручивающееся в спираль. Непонятное явление. Какое-то из лучи были. Потом исчезли, что-то непонятное. Уже в течение 10 минут. Ростовская, Тюменская области, Тольятти. Через несколько часов оказывается, что конус света и спираль в небе видела практически вся Россия. Видео с ним публикуются из разных уголков страны. А что это за хрень вообще? Понятно. Фонарик. Какой фонарик? Ты чё? Вон, смотри, как загорелось с другой стороны. Распыляет с другой стороны что-то. Блин. Да знали бы. Что это такое? Не снимали бы, не стояли. Все, вот оно, пришествие инопланетян. Смотри, что происходит. Все. Она пропала. Улетела. Реакции людей, конечно, разные, вплоть до паники. Что это такое? Вот сначала вот та дальняя взорвалась, а теперь... О, боже. Комета. Так это может быть... Так это может не комета, это может быть этот самый. Ёбаный бабай. Комета, девчат, просто... Конец света. А мы стоим, снимаем, да? Да снимаю. Ё-моё! Мы зафиксировали НЛО. Если мы завтра не выйдем на связь, значит, нас похитили. Если мы не скажем какое-то кодовое слово, «Сибирский путь здоровья», значит, нас перепрограммировали. Передайте, пожалуйста, нашим родителям. Мама, папа, я вас люблю. Сюда прям летит. А? Сюда прям, кажется, летит. Блин, он летит. Может, нам пора бежать? Ты видел воронку? Да. Блин, не шутки ведь. Необъяснимое небесное явление видело и ближнее зарубежье, а именно Казахстан. И только через несколько часов стало ясно, что некоторые комментаторы безошибочно, верно и точно определили происходящее, едва взглянув на первые фото. Официальное сообщение Минобороны России для всех, кто не бросается в попыхах искать заговоры мировых кулис, а старается объяснить любое увиденное явление именно с научной или просто бытовой точки зрения, оказалось ожидаемым. И вспышка, и спираль, и движение – все это следствие запуска баллистической ракеты «Тополь». Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М» провели на полигоне Капустин-Яр в Астраханской области. Цель запуска – испытание перспективного боевого оснащения ракет, передает телеканал «Звезда». Учебный «Тополь» с заданной точностью поразил условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.